Добрый день. Это достаточно редкая рубрика на моем канале «Реконструкция сборки». Ну, естественно, удачной сборки. В прошлый раз я обновлял свой сингл в 3x3 21 июля 2019 года. Это был кубик V-Long VRM, и время составляло 10,68 секунды. В этот раз я улучшил свой результат 2 января, и кубик от компании Chima Fangia Wuwei M. Время составило 10,21 секунды. Очень удачный скрамбл, и, конечно, можно было делать здесь sub-10, sub-9, и многие из вас, наверное, это сделать смогут. Кстати, напишите в комментариях, что у вас получилось. Скрамбл следующий, он будет и в описании, и внизу экрана, ну и сейчас я его визуально покажу. U2, F', D', B, R, L2, D, R, U2, L2, F2, R2, L2, U', L2, U2, B2, R2, F2. Вот такой вот скрамбл, и на первый взгляд здесь нет ничего необычного. Я перехватил вот так вот. То есть это получается такого положения X2, Y'. И увидел синий, зеленый, уз креста, и понял, что они удобно бы опустились на свои места. Но здесь стоит красный, возле оранжевого, его явно нужно отправить назад. Я сделал D2. Оранжевый незаметно подвинул вперед U', опустил L, опустил R', сделал F2 и получил X-кросс. Этот X-кросс я не просчитал, он сам собой получился, мне просто повезло. Дальше наверху была заметна только одна пара. И я сделал не совсем рациональный, наверное, ход, а именно двойной перехват. Причем, ну, второй перехват был одновременно с движением U'. То есть я эту пару отвел в такое положение. То есть в таком отвел в такое. И отсюда ее можно было решить сразу так, объединяя ходы. То есть мы опускаем R, отводим сюда U', как бы возвращаем R', но это же трехходовка, поэтому можно продолжить еще раз R' и движением U' и R загнать на место. Но на этом можно не останавливаться и сразу увидеть зелено-красную пару и нежно вот так вот продолжить. Тем самым у нас уже собраны все три пары. Замечаем вот этот синий-красный уголок. Переходим к ребру. Видим, что здесь, ну, по старой традиции делаем три пиф-пафа. И выходим на вот такой вот мягкий знак с точкой, который решаем стандартным OLL. Ну, из такого положения доворачиваем U' и делаем R' U' F U R U' R' F' R U'. И кубик собран. Я, видя, что иду как бы на хорошее время, даже бросил куб для остановки таймера, а учитывая, что я собирал сидя на стуле, он полетел, естественно, на пол. Ну, упал собранным, так что все законно. Вот такая вот сборка. Можно было сделать гораздо быстрее, конечно, но это была одна из сотен сборок, поэтому как-то я на ней не акцентировался. То есть вот мы сделали X-кросс, дальше можно было не так грубо перехватить, конечно, но суть в чем. Вот отсюда довернув, то есть вот это движение сразу и вот это движение сразу. То есть можно было одновременно две вот эти пары поставить. Ну а дальше решение как бы очевидное. Решение около 38 ходов, смотря как засчитывать, двойные, не двойные. Ну, ТПС чуть меньше 4. Низкий, да, понятно. Пишите свои результаты в комментариях. Надеюсь, что следующее мое видео на эту тему будет уже точно меньше 10 секунд. Ну, хотя бы лучше, чем 10.21, уже будет хорошо. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.